Подождите, стоп, 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 можно, можно, можно мне, короткое слово, Богдан, подойди сюда, я знаю, что ты не подошел. У меня большая просьба. В прошлый раз вы были моими наставниками, и я за все время, ей-богу, ничего не понял, потому что в основном я делал вот так. Это почта. Смотри. Все, я понял. Я хотел бы сейчас немножко больше информации получить со всего вообще, что мы делаем, и как правильно играть в эту игру. Мы можем... Мы умираем. А почему вы говорите так? Думанчик. Это должно страшное. Вы так делаете просто ооо, как будто что-то плохое. Что значит это Понял, понял. Ребята, меня немножко засасывает земля. Почему всегда так? А, они не рады этому, не рады. Слушайте, а у меня, кстати, стой, Богданчик, у меня один... Все, я понял. Нам нужно еще денег, мы не справимся, нужно еще подлутаться. Понял. Значит, пошли, будем. Пока у нас это есть. Давай. Нет возможности идти! Нет, пожалуйста, нет! Кстати, я давно Олега не слышал, как будто бы. Не, с ним все пока в порядке. Хорошо. Я нашел Олега. Сука, да я мужчина, я разберусь. Послушай сюда, ты! Ой, nice ass. Галочка, ты сейчас умрешь. Так, я так понимаю, второе имя Галя у человека. В чем дело? Богдан умер? Ну, попробуй, давай, метод дедукции вот тут, попробуй. Дай-ка я угадаю. Это рация или же цензура? Типа, если воспроизводить точно по картинкам, то это... Нет. На самом деле. Я нашел выход и обрыв. Олег нашел только обрыв. И это не выход. Богдан. Это соседи у тебя или это ты? Богдан, я бы на твоем месте сходил к фониатору и проверил голосовые связки. У тебя с ними что-то не так. Так, стой, подожди. Хорошо. Аккуратно. Хорошо. А что аккуратно? Я даже не вижу, куда прыгнуть примерно. Смотри, обычно эта балка находится по диагонали... Слышал? Пока. Ну что я могу сказать? Обычно она находится посередине. Но в этот раз... О, точно! Так, и смотри, я положил у входа двигатель и болт. Вдруг меня не станет. Передай эти запчасти моей маме и скажи, что я очень обожал гонки. И болты. Понял. Так. Мина, аккуратно, мы не повторяем. О, это я умею обезвреживать. Где-то я... Не надо. Ладно, я просто ее обойду, все в порядке. Нормально. Да, я боюсь, когда ты так даже говоришь. Касса! Она стоит 120. Ебнуться. Бери на выход, пошли. Просто выход? Блин. Ну да, мы... Так, только не сделай так, чтобы сейчас... Я не нашел ни один предмет, я хочу найти хотя бы один. Но я лично ничего не нашел. Я хочу найти что-нибудь. Я нашел. Сейчас приключение на свою жопу. Почему? Всегда, блядь, вот так. Ежегодно совершается более 1,5 миллиона киберпреступлений. Поэтому у любого бизнеса стоит вопрос по безопасности своих данных и сервисов. Рынок нуждается в защитниках, а средняя их зарплата 200 тысяч рублей. Им можете стать и вы. Легально взламывать программы, находить уязвимости и устранять их. И все это, если пройдете онлайн-курс «Белый хакер» от Skill Factory.
период предновогодней акции школа не требует оплату сразу. Учитесь сейчас, а начинайте платить только через 6 месяцев. Здесь дадут много практики от реальных заказчиков. Вы отработаете навыки взлома и кибератак на виртуальных машинах, а также поучаствуете в настоящих соревнованиях по взлому. Это очень ценится работодателями. Сформируйте портфолио и получите помощь с трудоустройством. По промокоду Джохан действует повышенная скидка. Регистрируйтесь на курс и становитесь крутым специалистом. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. А где Богдан? Я давно его не слышал. Богдан, ты в порядке? Богдан? А где Богдан? Было довольно страшно, честно говоря, я внутри немножечко... А мы что, вышли туда же, откуда и пришли? Насколько я понимаю, да. 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 И что? Это мы можем улететь, потому что у нас и так хватает денег, а не рисковать получить. Дайте драку. Мне фонарик, я попробую с пауком разобраться, пройти мимо него и что-то найти. Дай ему фонарик. Смотрите, ждите меня здесь. Через, если через 30 секунд я не возвращаюсь, улетайте без меня. Я начинаю считать. 1, 2, 3, я буду петь, вы услышите, если я умру. Лай-лай. Ла-ла-ла-ла-ла. Как быстро! Я теперь понимаю женщин. Я пришел к выводу, что насекомые не любят Льва Лещенко. Что-то в этой песне их отторгает. 40 лет как под наркозом, я работал говновозом. Ой-ой-ой. А этой песни я не слышал еще. А можно дальше? Я хочу запомнить теперь. А это кто поет? Это Nickelback? Да. Был звук такой свистящий. Это был крик, возможно. А я вспомнил песню. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Пауку споем, это хорошо? Очень милая песня. Пауку споем. Ой, бля, я уж думал, ты подохнешь. Нет, у меня такого нету в моем организме. Ой, вот он. У меня две новости. Нет, не так. Одна просьба и одна новость. Первая просьба. Если я еще раз споткнусь и упаду в эту пропасть, пожалуйста, я хочу, чтобы вы меня очень сильно избили лопатами в корабле. А вторая, скорее, новость. Я нашел весь текст песни «Прощай, прощай». Потому что, учитывая, как часто я падаю, мне нужно знать слова этой песни. И ничего не обещай. Или... И ничего не обещай, и ничего не говори, а чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Прощай, прощай, и вдруг погасли две звезды. Но лишь теперь понятно мне, что это были я и Лай-Лай. Убили. Не, я уехал этого... Там двигатель, ребята, мы сюда плюсь. Я уехал этого жука, а потом пел его трупу. Честно, он меня напугал изначально. Я, честно говоря, думал, что это вы на мое пение слетаетесь, а это жук летел. Фанат Льва Лещенко, скорее. Эй, бля, моя теория подтверждается, и мне нравится. Насекомым не нравится Лев Лещенко. А почему? Не возможно. Ценят они вот этого. Продолжим. Лещенко, он же еще снимался в «Форсаже» во втором. Да? Я кем? Я помню, да. Он был шинами на БМВ. О, бля, я не буду прыгать, я что-то боюсь. Ну, ожидай нас тут, пой. Хорошо. Следующий куплет. Прощай, среди... А я не помню, как там поется, блядь. Ладно, как-нибудь спою. Прощай, среди сни... Не-не-не, там следующий куплет, у меня текст передо мной. Конечно, я открыл в телефоне. Прощай, среди снегов, среди зимы, никто нам лето не вернет. Скорее всего так. Прощай, вернуть назад не можем мы в июльских... Я нашел еще В-12, можем... Ну неси, но пропал девять. Твою мать, ну что за гастроли он дает? Он делает анонс и уезжает с города. Мне кажется, его съел гель. Гель? Тут гель ползает. Желай, сынба. Ты внизу, да? А где Богдан все-таки умер? Возможно, он упал вниз. Но я не могу разглядеть его тело. Его не видно. Ладно.
Ладно, хорошо, слава богу. О, блядство! Что это, сука, напугала меня, эй! Она, блядь, своей жизнью рисковала, какой... Блядь, нахуй ты свет вырубил, сука! Ты вырубил мне свет, а я в западне, я не вижу, где прыгать! Блять, подойди, я ничего не вижу. Я не вижу нихуя. Я сейчас найду тебя. Найди. Скажи, куда прыгать, я не вижу, куда прыгать. Сейчас я посвечу тебе. А, не, вот не это другой. О, да. Видно? Не видно. Вот она, прям передо мной, давай. Сначала на нее. Но я не вижу. Доверься мне, прыгай. Прыгай, но чуть-чуть, не на полную катушку. Хорошо. Ого. Так, и вот, и на меня, с шифтом на меня, давай, оп. А, оп. Опа. Вот это ты красавчик, слушай, я думал, что все, мне пи***ть, а на самом деле так оказалось, что все в порядке. Аркадий? Такие пироги. Я думаю, эта игра подходит нам как никакая другая. Надеюсь, вам она еще не надоела, потому что у меня еще есть записанный материал с модами, но это уже совсем другая история. Увидимся в следующее воскресенье, всем пока. 2v12 мы закроем этим квоту? Не, это v6, это v6, господа. Надо Аркадию еще какой-то предмет найти. Я найду сам, я найду сам свой предмет, не надо, подождите, я сам найду свой предмет. Там, скорее всего, тупик. Там тупик абсолютно, да, действительно. Ну подождите, дед, я должен найти что-то полезное. А что за... И тишина. Аркадий! Аркадий!